В Нефтеюганске завершился 6-й тур чемпионата страны среди команд высшей лиги по мини-футболу. Сургутские коллективы «Факел» и «Нефтяник» провели по 3 встречи. Газовики с результатом 3-6 уступили екатеринбургскому «Зику». Сыграли в ничью 2-2 с челябинским «Южным Уралом» и разгромили дублеров екатеринбургской «Синары ВИС». Футболисты «Нефтяника» боролись с этими же соперниками, но уступили во всех матчах с одинаковой разницей в один мяч. 4-5, 2-3 и 1-2 соответственно.